Добрый день! Предлагаем посмотреть ветровки Канада. Подробная информация о лоте в ссылке под описанием. Итак, начнем. Вот такая вельветовая, укороченная ветровка. Изумительная, шикарная. Слов не знаю, какие еще подобрать. Просто сплошное великолепие. Это Шейн, размер S. Такую сложно найти. Это просто шикарная ветровка. Модная. Вот такая ветровка. Посмотрите, как атласная ткань. Вот такие рукава длинные. Можно так вот укоротить. Так, она чуть-чуть с утеплением. Это размер SM. Так вот снизу резинка. Тоже очень интересная. Вот такая замечательная на синтепоне куртка. Коротенькая, классная. Это Forever 21. Вот такая, это размер у нас M, SM, вообще супер куртка, это классика. Вот такая, как куртка-пальто, это у нас тоже Forever 21, размер S, такая замечательная, тепленькая очень. Вот такая ветровка, смотрите, как бомбер, на резинке снизу. American Eagle, это размер у нас S, вообще в идеальном состоянии, классная, суперская. Вот такая, как парка, легкая, прям ветровка, ну чуть-чуть есть там подклад. Это размер XS, на талии небольшая резиночка, карманы сзади чуть подлиннее. Вот такая ветровка-бомбер на резинке снизу, рукава с резинкой. Прям такая легкая-легкая, это размер ML. Великолепная ветровка. Вот такая, это больше даже уже как демисезонная куртка. Чуть-чуть утеплитель есть, это размер S, приталенная слегка. Тут на рукавах замочки можно чуть-чуть расширить. Тут карманы на замочке. Хорошая курточка, ветровка. Вот такая ветровка с капюшоном. Капюшон отстегивается на молнии. Так, это размер S. Так, там еще внутренний, что ли, есть. Так, внутри тоже молния, посмотрите. Так, рукава широкие. И она слегка удлиненная. Вот такая ветровка с капюшоном. Капюшон не отстегивается. Можно утянуть. Так, внутри сетка, это размер у нас SM, рукава на резинке, вот так выглядит, можно здесь утянуть снизу, классная ветровка, вот такая флисовая, это как пальто чуть-чуть, укороченная, размер SM, тепленькая очень, как жакетик. Вот такая ветровка, как замша, это размер у нас SM, есть плечики, чуть-чуть приталенная, коротенькая, великолепная ветровка, яркая. Вот такая, как бомбер, смотрите, с мехом, мех отстегивается, и вот такой ворот резинка получится, рукава на резинке, с утеплителем, снизу резинка. Супер вещь, в идеальном состоянии, классная. Вот такая ветровка, посмотрите. Это размер XSS с капюшоном. Капюшон не отстегивается, вытягивается. Выглядит как пиджак удлиненный. Кармашки. Очень интересная ветровка. Вот такая, посмотрите, ветровка. Размер SM. Там внутри есть капюшон. Вот, да, вот сделали, утягивается здесь все. На липучке рукава. Так, это размер у нас SM, длинная достаточно она. Вот такая ветровка прошитая, посмотрите, размер XSS, приятная. Вот такое пальто.
Так, это у нас размер XSS, плечики есть, такое укороченное, отличное пальто. И вот такие есть у нас ветровочки еще. Это у нас Zara, великолепное качество. Смотрите, как бомбер. Вообще супер. Так, это у нас H&M, тоже классная, шикарная ветровка. Размер XSS. Смотрите, какая она классная вся. Вот такая ветровка. Внутри флис, размер M. Вот такая ветровка, она прям как дождевик. С капюшоном. Капюшон здесь утягивается. Рукава на резинке. Вот тут, посмотрите, есть карман. Да, она прям как дождевик. Вот такая ветровка. Посмотрите, здесь такой какой-то мелкий-мелкий такой мех. Так, с капюшоном. Капюшон не отстегивается. Она тепленькая достаточно такая ветровка, непродуваемая. Размер у нее ML. Вот такая, посмотрите, классная, шикарная. Вельветовый воротник. Прошитая, модная, кстати, сейчас это. Это размер у нас M. Классная вообще ветровка. Вот такая, посмотрите, утепленная, приталенная слегка. Это размер S. Так, вот такая коротенькая, как жакетик. Интересная. Это размер с плечиками, это размер M. Да, действительно, как жакетик сделано. Вот такая, посмотрите, мягкая, внутри прям тепленькая, вот с таким мехом. Это размер ML. Можно вот так вот рукава сделать. Вообще классная очень. И тепленькая, тепленькая ветровка. Даже демисезонная куртка, похоже. Вот такой жакет ветровочный. Ну, прям жакет-жакет, плотненький. Это у нас размер SM. Тут вот так вот, что это? Можно, видимо, бантик завязать для красоты. Вот такая ветровка легкая. Вот так. Это размер M. Помялась при транспортировке очень. Рукава на липучке, снизу можно утянуть. Вот такое пальтишко коротенькое, расклешенное немножко. Это размер у нас SM, рукавчики такие широкие. Так, вот такой у нас есть вариант ветровки. Это у нас размер S. Тоненькая такая прям ветровочка. Так, вот такая. Плотный материал. Это размер L. 2014 Toyota. Так, вот такая ветровка, размер XSS, тоненькая такая, легкая очень. Вот такая, это у нас H&M, как плащ. Вот так выглядит, тоже просто помялась, изумительная, размер S. Ремешком, поясом, кармашки. Это классика тоже. Вот такое пальто. Чуть-чуть приталенное, коротенькое. Так вот высокий ворот можно сделать. Это у нас размер XSS с поясом. И вот такое пиджак-пальто. Посмотрите, шикарное. Это у нас размер SM, возможно. Очень-очень классное, крутое, мягкое, теплое. Подробную информацию о лоте смотрите, ссылки под описанием. Спасибо за внимание.